Здравствуйте! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Только до 20 сентября распродажа шуб. Удар по ценам. Выгода. Норка 60 тысяч рублей. Мутон, бобр, дубленки, пуховики и шапки, кофты. Беспроцентная рассрочка от 3 месяцев до 3 лет. Акция «Принеси старую шубу и получи скидку на новую». Купи шубу без переплаты от 10 тысяч рублей. Вас ждут по адресу улица Гагарина, 11, бывший магазин 7 марта. С 10 до 19 часов. Приближается День учителя. Поздравьте своих любимых педагогов с их главным праздником. Наша съемочная группа с удовольствием приедет в ваш класс, чтобы записать видео поздравления с самыми теплыми и искренними пожеланиями. Любимый учитель вместе со всеми зрителями увидит его 5 октября в программе «Добрый вечер». Звоните по телефону 35690, а все остальное мы сделаем сами. Это вся информация на сегодня. Не переключайтесь, впереди прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – выставка «Планета роботов». Впервые в Печоре – выставка технологий для всей семьи «Планета роботов». Более 30 роботов, виртуальная реальность, робота-зоопарк, торговый центр «Рио» на втором этаже с 21 по 29 сентября. И о погоде. По данным синоптиков, завтра, 17 сентября, в Печоре ожидается облачная погода, ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет плюс 4-6 градусов, а завтра днем плюс 9-11. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще и услуги по рекламе на радио, телевидении и в газете. Реклама – это просто. 35690. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». В студии была Елена Лисицкая. Всего вам доброго. До встречи.